Пожилой человек. Только что вернулся из рейса. Ну почему к нему нужно звонить в начале первого? Как эти бабы не понимают? Какие бабы? Чего ты болтаешь? Какие бабы звонят по ночам? Отгадай. Прекрати, Лиск. Ну, человек почти месяц дома не был, а ты? И вообще по 9 месяцев в году не бывает. Толечка, я ведь могу забрать Катьку и уехать к маме в Перово. И не мешать вам с отцом жить прекрасной мужской жизнью. Лиза, где моя куртка кожаная? Сейчас я принесу. Пожалуйста. Виктор Викторович, я ее в шкаф перевесила. Папа, ты куда? Тебе-то какое дело, господи? Да нет, я к дяде Сереже Пушкареву. Что-то у меня сердце прихватило, спасибо. Если что, я у него до утра останусь. Mm-hmm. До свидания. Знаем эти сердечные прихваты. Все-то ты знаешь. Не кричи на меня. Я устала. Мне завтра сдавать зачет по истории театра, всю ночь сидеть заниматься. А то, что мне завтра 400 верст по Москве за рулем гонять, это ничего. Ты можешь, Толенька, ты у нас все можешь. И это трудно, Толечка, все трудно. И чем дальше, тем будет труднее и труднее, если мы будем продолжать жить вместе. Это как это? Толечка, это не мой каприз, пойми меня, миленький. Я наверняка бываю не права, несправедлива. Каждый день прохожу какую-то проверку на прочность. Это же невозможно. По-моему, ты все преувеличиваешь, Лиска. Но он же почти не бывает дома. В конце концов, он еще не настолько стар, чтобы не иметь личной жизни. Я думаю, он и сам был бы рад. Погоди, ты о чем? Я чего-то не пойму. Господи.